Так, две резинки соединены тейпом этим. Клей не использован. Использован праймер. Тоже рекомендую точно так же, как и клей, нанести на резину до того, как склеивать тейпом. Вот, если присмотреться, тейп там где-то есть. Он примерно миллиметр толщиной. Вот, зазорчики есть. Так. Он у меня пролежал 2 суток в комнатной температуре. Пробуем разорвать. Положение не очень удобное, разорвать не получается. Сейчас попробуем так вот разорвать. Тяну со всей силы. Растянул резину примерно раза два уже. Еще ничего не порвалось. Вот что-то там потянулось потихоньку, но не отрывается. Сейчас возьмусь покрепче. В 3 раза растянулось. До сих пор держит. То есть, если, не знаю, встать ногой и потянуть за это дело, как получится, не получится, где он там видел, где не видел. Так, вот она. Стою на столе, но будет видно зато. Вот. Стою ногой, рву резину. Резину растянул раза в 3, может даже больше. Только после этого порвалась. Порвалась где-то в центре шва. То есть вот это вот соединение с праймером прорезиненное. Здесь тейп остался, который вошел. То есть не слетело с самой поверхности резины. Такие результаты.